Капитальный ремонт дороги Урай-Шаим завершают раньше срока. Речь об участке трассы в Кандинском районе протяженностью чуть больше 16 километров. Основные виды работ выполнены в прошлом году. Готовность объекта 99%. Сейчас подрядчик укрепляет обочины, устанавливает дорожные знаки, сигнальные столбики и обновляет дорожную разметку. Стоит отметить, что работы должны были завершить к октябрю текущего года. Однако подрядчик идет с опережением графика и планирует закончить уже в июле. Такая оперативность очень важна для жителей местных сельских поселений. По этому пути они, в частности, добираются в Уральскую городскую клиническую больницу. Старая щебеночная дорога здесь была построена 30 лет назад, и капитальный ремонт с тех пор не проводился. Работы по модернизации стартовали в 2022 году. По итогам всех этапов капитального ремонта в нормативное состояние привели почти 27 километров трассы.